7 полных месяцев работы и более 600 высокотехнологичных хирургических вмешательств, вернувших качество жизни пациентам. Таков результат работы отделения детской травматологии и ортопедии Республиканской детской многопрофильной больницы. Успехи оперативных вмешательств обеспечены профессиональным кадровым потенциалом отделения. С ними познакомилась и Фатима Даурова. Заступая на свое дежурство, каждый врач отделения травматологии и ортопедии 24 часа в сутки готов к тому, что в любую минуту он может оказаться за операционным столом, оказывая помощь пациенту. Особенно в зимнее время года, когда их поток существенно увеличивается благодаря внешним проявлениям погоды. Именно здесь святая святых – оперблок, где происходит таинство лечения пациентов с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование в операционной одно из самых современных в республике на данный момент и позволяет выполнять любые оперативные вмешательства различной степени тяжести при травмах, также и в плановом порядке ортопедическим больным. Детская травматология ортопедическая открылась 1 апреля. За этот промежуток времени, 7 месяцев, неполных 8 месяцев, пролечено уже 450 человек, процентов 80 прооперировано. Нареканий пока не было, жалоб не было. То есть эта проблема давно назрела, учитывая на 117-тысячное детское население, надо было давно еще открыть как бы детское отделение. Благодаря главе нашему все-таки это все реализовалось, и есть у нас детское республиканское отделение травматологическое. Выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств и их качественный результат гарантируется использованием современных малоинвазивных эндоскопических технологий. Отделение оснащено S-дугой, что позволяет лечение переломов голени, плеча, предплечья практически без надреза. И гордость отделения – артроскоп. С его помощью выполняется минимально инвазивная хирургическая манипуляция, что сокращает процесс послеоперационного восстановления и увеличивает шанс успеха операции. Малоинвазивные методики на коленном суставе – это артроскопия. Также мы проводим методики по малоинвазивному остеосинтезу скелета и конечностей. Здесь вот представлен артроскоп. У нас самое новейшее оборудование в республике. Производим малоинвазивные операции на коленных суставах с помощью этого оборудования. Истории маленьких пациентов самые разные. Для кого-то катание на велосипеде закончилось травмой ноги, кто-то неудачно приземлился. Для кого-то занятие любимым видом спорта обернулось травмой. А у Даниэла Карева случай прямо как из бриллиантовой руки. Со школы шел, упал, сломал ключицу. Болело сильно, меня привезли сюда, мне обезболили, сделали операцию, и сейчас я себя чувствую просто прекрасно. Также в детском травматолого-ортопедическом отделении проводится оперативное вмешательство по платным услугам взрослому населению старше 18 лет. Работает хозрасчетный отдел. Высокий профессионализм специалистов отделения, их ответственное отношение к работе являются гарантией того, что каждому пациенту, обратившемуся с недугом, будет оказана помощь, отвечающая самым высоким стандартам. Фатима Дурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.